Привет, друзья! Как вы можете видеть, работы здесь немного. Но ремонт усложняется тем, что кузов алюминиевый. Итак, поврежденные места. Здесь. 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 И здесь. Ремонт начну с заднего крыла. Разбираю. Итак, начинаю к ремонту. Привариваю алюминиевые куски и вытягиваю вмятины. Дырки после вытяжки завариваю.
Заднее крыло сделано. Теперь переднее крыло. Работу с металлом закончил, подровнял зазоры, и теперь машина уезжает на покраску. Красить будут бампера и всю правую сторону. Через неделю машина вернулась с покрасочных работ. Собираю ее. Ремонт закончен. Этот ремонт занял 30 часов моей работы и неделя в покраске. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!